сегодня в зоопарк Злын. Встретимся немножко позже. А пока хочу вам показать, как тут красиво. Это Тренчанский рад, Тренчин. А едем мы в Злын. Такие красивые грибочки. Ну, наверное, есть их нельзя. Но пахнут вкусно. Вкусно? Вкусно. Такие классные. Просто сфотографируем их. Как вы думаете, что это за грибы? Наверняка поганки. Так, мы приехали в зоопарк. Тут началось все красиво. Там какой-то такой дом интересный. Ну что, пойдем посмотрим, что тут будет дальше. Диана уже как кошечка. Так, начинается Средняя Америка, Центральная Америка. Сейчас пойдем посмотрим, что там и кто там есть. Здесь есть такие звери, которых я, например, никогда не видела еще. Вот, например, капибары сидят, правда, спят. Ну, а вот там, вот он, вот он, вот он. Это сидит тапир, и он достаточно большой. В общем, все они лежат так мирно тут. Может быть, у них обеденный сон. Дальше. Их не было раньше. Это только зеленые. Это не муравьеды. Такие вообще интересные. Вау, вот. Им дали тарелку муравьев, наверное. А они ходят по клубам нормально, если понимаешь. Женя ходит догла, а ходит по клубам. Ну, жалко, что он отвернулся. Так вы деревца уже помните? Нет, это не муравьи, походу. Нет, это не муравьи, это как каша. Да, какой-то каша их кормят. Нифига не муравьями. Как выгонить? Может, это каша из муравьев? Каша из муравьев. Не дает второму есть. Идем в террариум. Это какой-то тропический зал. О, тут как в тропиках, действительно душно и влажно. Смотрите, какой маленький обезьяныш. Он вот такой маленький. Маленький, вот второй. Где второй? Вот он. Вон второй. Вообще вот эти тропикариумы. В прошлый раз мы были в Будапештском. Очень интересно, конечно. Тут так душно, жарко и большая влажность, конечно же. Вот прямо ходит какая-то птичка тут возле людей. Такой симпатичный. Красивенький. Надо его гладить. Не камерам дать. Я ничего не понял. Смотри, он сейчас сплю. Привет. И
И мы нашли тут еще одного зверя, которого не видели ни разу. Это ленивцы. Что они делают? Конечно же, спят. Но вдруг он что-то будет сейчас делать, я не знаю. Хоть чуть-чуть пошевелится. Клевые вообще. Супер. Они классные. Класс. Ну, думаю, что надеяться, что они проснутся, не стоит. Ну, ничего. Посмотрим. Может, еще вернемся сюда. Идем наверх. Будем смотреть тут обезьян. Наверное. Точно. Вот он. Сидит и чешется. Чешется, да. Я боюсь, что он может... Вдруг он выхватит телефон. Или камеру. И вот этот мохнатик сидит тут рядом, тоже чешется. А хвост у него толстый такой. Да? Так, и тут прискакал второй, который чесался, сел рядом. И вот они сидят, такие мимимишки. Такой класс. Смотри, какой у этого хвост длинный. Да, у этого хвост длинный. Мордочка страшная такая. Эй! Вот почему-то... Ой, смотри, вот он, вот он. Блин, на выдру похож. Мордочка. Этот хочет скушать. Да, мы видели. Вот он маленький сидит, кушает. Вышли из тропикариума и идем в следующую зону. Так, мы пришли гладить скатов. Сейчас посмотрим. Я сейчас буду кормить скатов. Фу, что это такое? Осьминог, наверное. Каким-то осьминогом. Так, вот, значит, показывают, как кормить. На руку точно? Ставить. Давай, вот он. Кушать хочет. Давай. О, страшно. Ты что, бросила? Да, ему на рот. Где у него рот вообще? Все. Жалко, что тут, конечно, не килограмм. Вот он такой красивый, красивый. Классный, классный. Хочет кушать, но у нас уже еда закончилась. Приезжайте в этот зоопарк. Покормить скатов. Приезжайте. У меня больше нет скатов. Вообще красавчики они тут такие. Просто бесподобные. Все люди их тут кормят, гладят. Вообще это супер. Так, мы вышли от скатов. Мы их погладили, покормили. Диана даже их кормила. Правда, боялась немножко. Здесь очень красивый такой дворец. Красиво. Погуляем немножко по парку, потом пойдем
в австралийский уголок. Хочу посмотреть птичку киви. Вот, красиво. Лянка. Очень красиво здесь. Просто безумно. Можно ходить, отдыхать, сидеть. Вот такие вот интересные флюгеры. Или что это, такие интересные штучки, которые можно крутить. Или они крутятся от ветра сами. Террариум. Так, там еще террариум есть. Но я хочу посидеть немножко тут, глянуть. Ой, какая прелесть. Вообще выглянуло солнышко. Классно стало. Погода хорошая, улучшилась. Потому что я думала, что мы замерзнем. Ну что, пойдем дальше. Пойдем в террариум. Я не очень люблю этих гадов. Но не посмотреть у них не можем. Ну, вот что здесь интересно. Так это вот эти вот лягушечки. Вот они. Вот. Они как фарфоровые статуэтки. Замерли такие. Как будто статуэтки на полочке стоят. Симпатично, наверняка ядовитые. Мы вышли из террариума, он находится вот в этом вот, вот в этом прекрасном замке. Да, и пойдем сейчас, не знаю, какой-то следующий павильончик. Не знаю, что там будет. В общем, сейчас увидим. Парк здесь великолепный. Погода сегодня тоже хорошая. Хотя сначала казалось, что мы тут замерзнем. Вот.